Азербайджан из-за армянской оккупации входит в число наиболее сильно заминированных стран мира. Около 300 азербайджанцев были убиты или серьезно ранены в результате подрыва мин с момента окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года. Учитывая огромное значение для страны гуманитарного разминирования, Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность установления специальной национальной цели устойчивого развития. Азербайджан видит прямую связь между целями устойчивого развития и процессом разминирования, ибо мины замедляют процесс восстановления освобожденных территорий и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц. Азербайджан активно продвигает инициативу запуска 18-й цели устойчивого развития по разминированию. Мы приглашаем страны движения неприсоединения поддержать эту инициативу. Поскольку ряд стран-членов движения неприсоединения входит в число стран, наиболее загрязненных минами и не разорвавшимися боеприпасами, я хотел бы предложить сформировать группу стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы наш голос был услышан во всем мире. Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил Армении 5 основных принципов мирного соглашения, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить страны движения неприсоединения за твердость, которую они проявили, поддержав справедливую позицию Азербайджана и не позволив Совету Безопасности ООН принять как в 2020, так и в 2022 годах односторонние и предвзятые антиазербайджанские заявления. В заключение хочу заверить вас, что Азербайджан, как председатель движения неприсоединения, приложит все усилия для дальнейшей защиты законных интересов государств-членов движения неприсоединения и повышения авторитета нашего движения на международной арене. Спасибо.